Сколько на мне? Два, да? Два, три. Забирай. Сферу добили, еще кара будет. Забирай, я скрипалась сейчас. Кара. Значит, в рамбе бьем. Иди сюда, хуйня. Забери вот так этого купала. Похуй на меня. Разбивай, четвертая сфера в печеньке. Там лоу хп, разбиваю ее просто. Так, печеньки я закрою, а к середине между трусами идите. Разбил все. Сферу, разбил скоро сферу. Будет хуйня ебаная. Кара на мне, забейте, стойте. Давай пятую сферу убьем. Ахил, бейте пятую, бьем. Подходите к рамбу ближе. Все к рамбу подходите. Сейчас будет суровый. В рамбе лупи. Зашли. Зашли. Нет. Сейчас кара не бей, потом череп. Сокру давай, попал. Попал, сокру давай. Череп. Метка череп около рамба шамана. А, ты умер. Поднимите шамана быстрее. Нечаянно. Можешь? Кара 4 секунды. 2-1. Вар, закрой, пожалуйста, сверху. Почему на мне их 2? Блять, я в ебаном портале. Почему ты в нем? Пук дракона, за тобой сферу разбиваю нечаянно, тоже отойди. Последнюю закрой. Сейчас еще вышли. Пиздец, суета. А я один и леплю. Ты босса очень быстро. Падайте. Как опоздал? Опять плюнули. Смерть. Упал. Чародейский обстрел. Но мы не закрыли, я не могу следующий таунти, типа. Ну, типа, обстрел и взрыв. Я думал, там шаман как выжить, ты? Может, типа. Как шаман сдох? Смерти. Шаман. Взрыв черной дыры. Не прохил. Да? Ты вышел после портала и... А как взрыв, если мы не били? А, это второй раз. А первый раз он в портале сдох. Тебя обратно в портал взял, да? Нет, я вышел уже обратно, умер. Так, ну, первый раз я как сдох? Первый раз я на лоу хп из портала просто вышел. А, там кара сразу тебя не прохилили. Я успел постановку на 5 флешку себе. До портала я точно знаю, фул были. Потом не знаю. Мне не пучит смерть, потому что он сдол. Ну, типа, он лутал дэмэдж не в этом измерении. Ну, может, я что-то не понимаю. Ну вот сдох первый, а 1.46. Мне не показывает просто, что он сдох. Типа вторая смерть, взрыв, ну это понятно уже там будет. Не, если бы он вышел, мне бы написало бы смерть. У нас все заебись с ДПСом, просто выживите. У нас первый суровый 60% у босса. Это вообще, ну типа, хуйня зафикшенная, типа мы убьем его. Просто выживите два суровых. Или слушай, ты... смотри, может даже реально с порталом слоканул. То есть ты. Просто как он выкидывает из портала, я что-то не понял. Когда заканчивается карта сурового, тогда и выкидывает. Угу. Просто меня выкинуло и сразу обратно в него закинуло. Так ну, нахуй вот ты на том же месте идти. Стоял. Да. Нет, я налево убежал. Просто когда заходишь, нажимай кнопку W, и ты просто бежишь прямо, а потом тебя выкинет. Не, беги, ну, ладно, можешь по прямой бежать, но это не самое лучшее, просто отойди от этого места, где ты забегал, и все. Надо знать то место, где в светлом мире нету, блядь, дыры ебаные, нахуй. Че вы, блядь? Ну, значит, чуть-чуть. Значит, ты в дыру побежал просто. Попытка номер... Левее отошел. Попытка номер 20, блядь. Ладно, все понятно. Хапал, видишь? Ну, блядь, нет. Короче, Арсел, нечаянно... А, нечаянно был за это, я понял. Друзья, тут был... Че падаем?
Ты был на мосте, да? Да. Конечно, падает, что нам делать, блядь. Ты зажрал. Ты можешь жрать вот на этом круге, не на мосте? Такой хуйню делаем, ладно. Развернись, Луга. Вводите в красную хуйню эту. Сдохните. Смотри, да мне вообще похуй уже в этот рай. Хоть вы даже его не убьете, мне вообще будет похуй. Ну типа, сами виноваты. Два часа всего, ребята, да? Да. Ну, тут же все убивали Алгалона, не? Нет, не все. Да. Вот нет, тут все убивали Алгалона. Тут все, кроме шамана, убивали Алгалона, били на Алгалоне. Не знаю, что делать. Ну так надо начать играть за свой класс, наверное, нормально. Четко отыгрывать. Вот если кто-то не одет достаточно для Алгалона, надо, блядь, другим помогать, иначе пиздец. Ну тут 220 все, типа, ну. Ну 220. Кроме меня одного. Еще как одеты люди, какие таланты, блядь. Какой шмот, блядь. Он не дохил. Нет, нет, мы не будем спекать третьего хила, это полная хуйня. Почему? Ну, не знаю. Чем у вас не прохил? Ну, так и надо. Ну, ты просто пока не появляется, Starfall юзаешь и все. Надо? Почему не надо? Ты помогаешь челу. Они сами горят, ты еще подбиваешь. Короче, блядь, спекните этого ебаного третьего шамана, заебали вы ныть нахуй, чтобы не прохиливать. Вы прохиливаете вдвоем все это. Хэппауэр Дру не прохиливает, ебать смех нахуй. Что? А на ком Анелия, скажите мне, пожалуйста. Ты нихуя себе. Знаешь, кто я? Угадаешь? Раз. Не, типа. Я просто не играл на Айксе. Ты же больше не играешь. Где мой лог обещанный вообще? Что не понял. Ну чё, мы будем ебашить? Будем просто хуярить. Сейчас захуярим на дурень. Чё, все здесь? Давай там РЧ. Да, РЧ. Просто, короче, в центр поставите, чтобы вам проще было разбежаться, чтобы не было такого, бля, что уже бы человек кидался. Ты когда танчишь первый, тогда я второй, соответственно, по 300 поменяемся. БР идры по команде. Спускайте кто-нибудь боссов, баф. Ласки там попейте все, Милан. Да-да-да, можете сопроты, типа, выпить хилы, там, РДДшники, чтобы, блядь, ебало вам это волосы. А в лужах, ребята, пожалуйста, не надо докастовывать стоять. Сразу выбегайте, похуй на каст. Клики, уйдите сейчас, пожалуйста, отсюда подальше в РДД-зону, потому что он может пока идти лужу плюнуть сюда, в мили-зону, и вы не подойдете просто. Чё на червя, блядь, бьёшь зелёного, нахуй, даётся гера красного, соответственно, я отвожу в правую сторону, вот. Танчу я, почему? Потому что мне удобнее будет сделать интервент. То есть вы собираетесь в кучу, я делаю интервент, сразу всех размораживаю. Вот, соберетесь вот сюда примерно. Но. Я сделал туда интервент и обратно змеюсь. Под эту, соответственно, разморозку холи пала дашь тогда. А нет, пускай ретрик отдаст мастера аура тогда. Ставьте, пожалуйста, аура тогда, ребят. Да. Тогда прям куча сразу. Кризал Док Ара. Стерию в рогу заливай. А, не, на змеях лучше дашь. Поздно. А уже отдал поздно, по-моему, за.
Шаман, блядь, почему ты в луже, сука, стоишь? Достак. Ты со Сноубольда можешь не подходить, типа. Забери. ЛПшка загрел, сори. Не надо, не-не-не, просто автоатачу, типа. Сноубольд. Шаман, что ты стоишь? Где ты стоишь? Под босса подойди, нахуй. Шаман, под босса подойди. Убейте Сноубольда с Шаманом быстрее. Скажешь, когда забрать? Все, Шаман выбегает оттуда. Все, забирай. Соответственно, кто последний будет танчить, на ком будет стаки, потому дадите блок и снимите его сразу. А слог, ой, слоги снимите, а с номбольда, ребят. Милики покливайте там, это не столь важно. Надо играть босс. А почему нам нет босс, пиздец? 7 стаков, нахуй. Забери ДК. Добрал. Все отлично. Когда танчишь, наверное. Когда танчишь, короче, и по тебе тогда дадут этот боб, и снимешь его сразу. Окей. Okay. Больше на ПП. Безмолвие, говоришь, после безмолвия. Все, под ДК боб отдавайте, ребята. Отлично. Лицом никто не стоит с правой стороны, все играем во вторую змею. ДК твоя. Держу тоже, держите. 5, 4, 3, 2, 1. Кризал Док Аран. Все, Гера пошла, заехали в зеленую. Почему играете по красной? Блять, как она так сейчас проблевалась? Я же видел то, что она бьет. Второго танка. А ДК отвернуть не хочет? Отвернул. Дайте, пожалуйста, Мелисса Бэр по дороге. Баба сразу туда же. Баба сразу же. Раджу набрали РДД. Вы с ним сейчас умрете. Хил сам себя прохиливает. Маг выбыл, может, нужно. Да, отлично. Я умираю, блядь, спасибо. Добивайте и ДК забирай сразу же. Сейчас умру. Понятно, падайте. Ну идите, ребят, идите. Под лицо просто зайдите. Я так и не понял, типа она вот закончила блевать, и я сразу типа сделал интервент, она продолжала, типа, в общем-то, не понял. Неплохой ДПС, блядь. Есть мамонт такого? Береги надо или чё? Мне починить, что? Да, он вылетит, починить. А я не знаю, где здесь, типа, забыл. Это просто пошли не нахуй. Просто искать здесь будет дольше, покажется туда побыстрее. Вроде там, где перелетчик.
ты в следующий раз ползающего червяка подводи к тому, который стоит хотя бы метров на 20, чтобы частица доставала. А то один червяк там вылез, который под землей, а ползающий на противоположной стороне. Я не мог, почему? Потому что он лицом в рейд стоял, так бы я тебя повел. Ну, есть стенка, ведешь по стенке и все. Ну, встал посередине, мне кажется, доставал, бля. Здесь починка, покажите кто-нибудь. Давай, сейчас я выйду, покажу тебе. А тот червяк, который на противоположной стоял, его держал, как его хилить тогда? Ну там, типа же, этот шам есть. Мне нужно, чтобы ты меня прохилил на огненном, потому что у меня я сопрот не могу пить, ибо если я выпью сопрот, может получиться такое, то что... Летай к нам. Вот, видишь, где починка. Что у меня дебаф может не повеситься, естественно. А, спасибо большое. Да, ты прицелом хороший. Маг, дай столик. Нет, да маг хороший. Маг хороший. Еще кого-нибудь рыба была, было бы вообще шикарно. Ну да, пристебав ты давал мне? Да, да, давал. Сейчас дам. Все, лупит пристебав, погнали. Черчина готовность запускать. Также в центр. Шаман, пожалуйста, не тупи, блядь. Я с тобой сколько раз не ходил, ты постоянно что-то исполняешь. Вы услышали призыв серебряного... Видел на себя обезьяну, побежал под жопу, блядь. Идите с центра все, пожалуйста. По кругу рассоситесь. Сейчас, да, все разоритесь, даже милики, шаманы там все, кроме танка. Соответственно, один танк остается. Блин, не могу привыкнуть, что я не один шаман. Чего? Да, говорю, не могу привыкнуть, что я не один шаман. А-а-а. Дымак нормальный, что-то пойдет. Сбегать еще постоянно. Три, два, один. Кризал Док Арал. БДК. Что вы делаете? Сюда чуть-чуть. Или еще вывести? Не, нормально, нормально. Центр. А гумна-то отлично. Только можно портал ставить. Убейте Слока, пожалуйста, снова, да. Можно портал под босса ставить и не бежать в принципе. Угу. Сейчас еще огонь поставить. Три стак. Мелисса, туда же. А, подожди, стой. Я не вижу, а я вижу, но не тебе. Вы Снобольда вбейте, ебать его урод. А зачем вы босса убейте? Убейте Снобольда, убейте. Здесь нету ведь версии шоу и клауд, торопитесь все время. Снобольда сначала, потом будете вас убить. Товарищ Шершам, вставай по кресту. Лайт Виннер по Олимпу. Ладно, а там Снобольд того. Пока забери. Блять, я вообще в ахуе. Есть Бен. Падайте что. Олимфи, ты какой раз стоишь, докастовываешь? Просто стоишь в луже и докастовываешь что-то. Пойдите, у вас один танк, да, что убьете еще. Ребят, пожалуйста, можете бить Снобольда изначально? То есть не надо бить босса, а вы свечите Снобольда. То есть пока бежит человек со Снобольдом под босса, на нем уже должны висеть допы. Уже РДД должны свечиться в него сразу же. Опа, 4 Снобольда убить, и все, их больше не будет. Ну. No. Он даже до 4 не доживет. Вот именно, поэтому сразу Снобольда увидели, забили его, и все.
Может, он поедет, ребят? Смотри, маг. 1321 по сноубльду урон. Вообще 0 урона. Вообще не бьет. Слышите? Рога, вы тут первый раз? Может, вам поэрелить? Что, в смысле, первый раз? Ну, в центр вообще зачем вы придумали его ставить? Можно поставить там, типа, как хотите. У вас здесь-то в центре ребята, типа, бьют, блядь, умирают. Понимаешь, в лужах, но... Через центр просто я считаю, то, что так удобно. Ну вообще да, мне тоже вот центр сюда вот смотри, раз бью, вот смотри, мне удобнее так. Вот смотри на поле пала, вот тут ты начинаешь, вот скинул 4 лужи, просто перевел его на 90 градусов туда, и у людей сразу появилось место. Вот сюда вот перевел, и у людей сразу появилось место. А зачем его водить-то, если ты его поставил и все, ничего это... Блять, ты что, не понимаешь, там лужи, блять, 4 штуки кидается, и место куда отбегать уже меньше. Назад отбегать доставать не будут, близко будут подбегать, сало будут ловить от топота. Кто придумал центр ставить, блядь? Центр третьего ставят, ледяной рев, блядь, и вокруг него распределяются. А здесь стоят... Да это понятно, блядь. Хорошо, давай по твоей тактике. Мне вообще без разницы, типа, как его убивать. Вообще похуй. Давай, погнали. А куда ставить? Давай ставь его возле ворот, блядь, поворачивай лицом либо в одну сторону, либо в другую. Еще раз, не слышу, куда ставить? Ну, сахарок заслужил. Около ворот ставишь, как обычно. Ставь около ворот и все просто. Вот здесь вышел, ставь тут так. 4 лужи кинет, сразу переведешь на 90 градусов и все. Вообще не понимаю. Чем он будет? Вправо, влево. Похуй. Бля, слышь, Ёж, а ты по милкам, блядь, ходил куда? Он, блядь, вообще релить умеет? Кто? Это милк. Я не знаю, кто это. Напиши мне ник. Кто у него ник, братка Томил, блядь? Не знаю, кто это такой, не знаю. Типа полупешишь. А куда с ним хотел пойти? В Ульду, блядь. А? Я вот поэтому и спрашиваю. А так наши собирали Этернала, типа Эрпала искали, что где ты прослакал? Да, и собаку иногда убили. Чё, запустил кто, не? Да, да. Вам в центре место оставьте там. Твой герой. 5, 4, 3, 2, 1. Кризал Ток Ара. Знаком уже. Вот только зашли, типа, у нас люди сноуборды бить не могут, и лужи умирают. Я уже хотел сказать, сильная пачка, наверное, да. Пачка это сильная, типа. Такая же она нахуй сильная, если она слабо, блядь, чего ему убить не может, он будет дохнуть. Ладно, давайте без дизморали. Два ставки. Три. Можешь провести луж дохуя и так. Видишь, почему его не надо водить? Вот понимаешь почему? Потому что в мире зоне теперь это дерьмо, блядь. Дальше веди, еще 90. Конечно, давай теперь по кругу босса водить, что ты прикалываешься? Это вы на змеях? Нет, на этом, на первом боссе, типа. Еще ебанутый вообще, нахуй, куда вы его водите, блядь? Да закройте рот, нахуй. Могу твой закрыть, ну. Хочешь? Все, забираю. Заводись, нахуй. Забираю? Да, забираю. Ты хуй тут придумали, блядь. Вот так, типа. Минус шаман, да. Скажи, не кто это предложил, я ему сразу в чест кину. Ты в рейде, если нет, блядь, ебалохни. Сури, сахар, типа, ну, не гони, да. Я тебя отвлек от твоей задачи, или что? Ну, как сосальник быстро закрылся. Хабр, любите. Второй уже появится, первый жив, ребят. Отличный маг. Скажешь, заберу. Хорошо. Ну я, наверное, дотанчу хотя бы. Смотрим сейчас.
наверное, данчо верхинца. Бог поминается. Пять, четыре, три, два, один. Кризал Док Аран. Бэл? Да, конечно. У нас умерла, типа, сова. Забираю. Все, вы убили ее? Да. Да, забирай, конечно. А, не Коралу убили. А, лол. Заберу. Лицом не стоит его обнять. Идите оттуда, идите оттуда. Конечно, врали. Иди куда-нибудь, отведи ее. Вот я сейчас заденет. Сам разморозь. Сразу забираю все. Чуть-чуть станет. Жу, набрали все РДДшники. Лики тоже кэмпом встали в треугольник. В лужу отошли. Ребят, на реве отлетаем все в сторону щита, под щит отбыт. Соответственно, поставится череп над башкой. Если что, у нас танк. Паралич. Паралич, я хуй забили на него. Решили не размораживать. Я подбежал, типа, у меня уже кончился дебаф, что я могу забить. Ну, там лог был, но он тоже хуй забил. Забрать а себя? Не, зачем. Я просто давно был, поэтому и спрашиваю, ну, не уверен. Ларом, конечно, больно, это сам. Палка, которая скин выбила, ты можешь ДПСик показать? Дальше. Не, не могу, ты меня хотел в ЧС кинуть. А, это ты? Все, я понял. Подожди, не врубай стрим. Все под стенку орды отлетаем, ДК танчи забираемся. Аура от огня поставьте. На миг. Ой, от огня, блядь, от льда. Лок, почему ты стоишь с другой стороны? Встань под щит орды, чтобы все отлетали в одну сторону, чтобы он не бежал туда. Под щит орды, посмотри, я вот висит альянс, висит орды. Обратно стоять? Все, смотрим на ком. Посмотрели, куда бежит, не показал, да? Молодцы. Работаем БДПС, да? Бурсы отдали. Обратно ставить или как? А кого? Да ничего здесь, зачем его обратно ставить? Или, ну, обычно вокруг него встают, чтобы дыхание свейдить, чтобы весь рейд дыхание не словил, не? Ну и что тебе оно, типа, да? Ну вот не еще. Будет на весь рейд. Но. Главное, чтобы хилы с двух разных сторон стояли. Все, смотрим на кого.
На шамана антистар. На нем черепочек поставился, дошли все прям. Молодцы, быстрые дали ДПС. Как второго босса тогда танчишь в соло, соответственно. Сразу же давайте, ребят, под дыхание. Сложно. О, на меня что ли, Амир? Блядь, вот куда ты бежишь, шаман? Хуй знает откуда, хуй знает откуда. И прям под босса. В другую сторону ты нельзя побежать? Мне ДБМ показал вообще в противоположную сторону, что он рванет. Так ты череп смотри, над башкой ставится череп. Повертел головой туда-сюда, типа, и посмотрел. Где черепочек? Шмана поднимись. Полипал сам сюда. Лока. Сопротивник, отлично. Это последняя пробежка, наверное. На лока. Роль сразу на. Это на рогу, да. Рогу тебе тогда дай. Че запускать? Да ну сейчас я разролю. Испекаюсь, потому что я выкижу. А вы Сенза с два танка, да, с гильдии? С кем? Кого? Вы с ним, с этим танком Сенза, оба, да? Нет, Лок, Шаман и БДК. Авар откуда? Сентаро, Этеромо. Смотри, короче, Лок, твоя задача какая. Когда появится Гулема, первого, короче, кидаешь контроль, второго банишь, третьего мы убиваем. Потом разбаниваешь, мы убиваем второго, он бегает в контроле. Появляется второй, делаешь то же самое, короче. Не понял, смотри. Первый я бан кидаю, а второго... Нет, первого ты даешь контроль, второго ты кидаешь в бан, третьего мы убиваем. А чё, он первый контролится, как ты еще фером? Да, нет, просто, да у тебя есть контроль, как он называется у Лока? Скажите мне, я вам скажу. Бан? Нет, бан это бан это, а есть еще контроль. Порабощение демона, но да, я да, не знаю. Да, да, именно его. Да, он будет типа в цепях таких ходить и бить там всех. Так. Давай попробуем. Вкратце на танка подскажи, я тут давно не был. Чего? А, твоя, короче, задача, смотри. Как босса танчишь в центре спиной, соответственно, к рейду. Вот, появится портал, выйдет тетка такая, просто грипнешь ее на себя. Ну, под портал разольешь лужу и потом грипнешь ее на себя и танчишь по себе. Угу. Косты сбиваешь, значит маг. По стаке воровать ты помнишь, да, то, что надо? Все отлично, не простите, пожалуйста. Все косты сбиваю. Соответственно, метка череп мы прохиливаем, пока она не пропадет. С крестиком мы выбегаем с рейда, то есть под вами будет разливаться лужа, с ней нужно будет бежать, пока она не кончится. Геру, скорее всего, дадим на втором портале, типа, и на чемпионах подождем откат. Смотрим, что подготовится.
Я сахарок, сейчас я накручу, блин. Поставь там от огня, что ли, ауру. Да, ауру от огня обязательно. И смотрите, когда будет вот этот сраный вулкан, от него, пожалуйста, отходите. Надоел, типа, контент ZS, вот это все. Надоел. Хочется, чтобы такого ставить. Какой? Героический, который? И героический, у меня герой, типа, надоело. Жаль, это типа уже. На говно ебано. Тут самый сок начинается, блядь. Ты 4 подсветил. Да, 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 типа, интересно. Вот, лужа под нее прям кинь. Портал. Нету, грипишь. А, да, все, так держишь. Вот и забанил, не ее надо было банить, разбанил. Давай. Банишка големов, которые выйдут с этого, с вулкана. Первого даешь этого, первого подчинения, второго банишь. Третьего мы убиваем, Асмодай выбежит, а выгоду нужны. Олимпий, прохитите. Поднимите, поднимите. Отлично, мага поднят. Великий, это шлет портала. Бьем босса аккуратно, вот сюда, от шляда. Баньте Глема. Контроль дайте. Здорово, бань. Припал. Контроль-то где, блядь, скажи? Да я дал контроль. Третьего убили, третьего убьем, третьего убьем. Баневый, разбанивай одного. Сбанивай. Все, дальше все то же самое делаешь, если будет еще один портал. Отлично. Вот. Нет, мой пофиг. Че ты, блин, Дениска, писюн нюхаешь по ДПСу? Так я бегал два раза, слышишь? И что ты вар, блядь? Еще я и фурик, типа, ну, сейчас фурик это не бьют, даже. Антистар побежал. Ну, добить 35 секунд. Ну, видишь, здесь в рейде побольше, да, ДПС, сукров, чем у нас было? Нет. Нет, смотри, сейчас даже портала не будет, а у нас был. Ну, типа, у нас сова, блядь, 8 давила, лок 8 давил. Лок сейчас занимается еще другим делом. Ну так у нас лок на этом боссе 8 давил. Какой гер лок? 217 был. О, смотри, мои запы упали, понял? Да, упали? Да. А че, слышишь, ДКшник, тебе же не нужны типа с РПБ запы? Так в смысле, он танк, блядь. Не, ну он типа это, может на офспек. Но я думаю, что не нужны, можно я к себе сразу заберу. Я бы паролил, но хочешь забирай. Не, ну тебе зачем с РПБ типа? У меня Фрост ДК есть. А, Фрост ДК паролил. Ну я на танке ролю, так будет неправильно. Так что забирай. Красавчик. Ой, красивые слова вообще. Золотой человек, блядь. Не то, что всякие уёбки там, которые, блядь, предлагают водить гармока, блядь. О, одобряю, блядь.
Ну, блядь. И всякие уёбки, которые в DC там ЧС кидают, ебать. Если в DC, я тебя в игре сейчас скинул, или в DC нужен? Так, а вот эти руки, подождите, я их не разравливаю. Я прям расстроился, знаешь, ебать. Ладно, хорош. Вот это что такое? Это я не разравливал, да, или что? Ты разравливал, кто-то выиграл, никто не помнит. Все. Все, короче, смотри, ДК, сейчас пекаешься в ДД, я спекаюсь в танках. Значит, холи пала, сейчас посмотрим, с какой стороны нам зайти, метки поставлю, соответственно, по контролям все расскажу. Честно, первый раз вообще какой-то тактик играл, блядь, через баны. Это хорошая тактика. Ну так да, неплохо. Так, о, жабу, я сейчас все расскажу, ребята, не переживайте. БТК на секунду дойду. Сейчас посмотрим, с какой стороны просто идет. Сейчас мне там как сложат. Не, Навара-то не пробьет, наш там шоквейв сразу. Блять, ружка так еще болима стоит. Короче, ладно, смотрите, что вы делаете. Что вы делаете? Убиваете первым вот этого дурачка. Вот этого лока, да, в череп. Соответственно, вы идете с левой стороны. Никто за эту, вот смотрите, вот Саша с покажу метку ставит. Вы поставите, забагалось. Вы стоите, курите, вот здесь вот, а. Вот здесь вот, а курите, да, стоите? ДК-1 подходит, просто грипает локо сюда к вам. Вы стоите здесь на этой линии, никуда не уходите. Вот, соответственно, как только он его грипнет, дается Гера, просто заливается моментально. Туда бежать контроль, ребят, давать не нужно. Если только они к вам подходят, соответственно, вы только тогда раздаете контроль. И потихонечку по одному ДК будет вытягивать защиту. А по контролям, знаете, как, смотри, лок, ты банишь дерево, банишь дерево, соответственно. А хила у нас маг, значит, овцует вот этого. Так, кто у нас защищет? Что у нас один хил только? А, нет, друид, все. Маг овцует, у нас шамана. Значит, в случае чего приз, ой, этот антимастер даешь лягушку по кресту, если он побежит. А Эршам дает лягушку по звездочке. Все, ружку, типа, я метку ставить не буду. Ой, метку ставить не буду, да? Ну что, объяснять. Чей крестик вы убиваете первый. Либо кто-то, если кто-то к вам пойдет другой, убиваете того, грипаете, сбейте вообще. Полипал, мы с тобой с той стороны идем. С Гера начинать будем, не? Вот кто к вам пойдет, вы его грипаете сразу же, короче. Вот, и убиваете сразу Гера с пула, блядь, и погнали бусты все свои, все такое. Убиваете вообще на готовности. Ну да, я на фурика, типа, почему мне на танк здесь вообще ничего не надо, здесь вещи на танка только на ДК, типа. Так я сегодня джекпот срублю, если танк выпадет. Так, даю отчет на пул. Поста нету, конечно, плохо, мазда спала нет, ну да ладно. Давайте не обосрёмся, пацаны, это будет красивая победа. Куда вы, блядь, все побежали, ребята? Я вам что сказал, нахуй? В углу там все стоим. А им стрейпал. Контроль чуть. Молодцы, просто лучшие. Ребята, что я сказал вам до этого сделать? Как это сделать? Убьете. Чем вы убьете? Вы убили лока? Да. Бейте шакханта, бейте, который без мет. Кайтите контрольцы. Бейте ханта. Ханта без метки. Вот отлично, молодцы.
Ханта добили, Ханта добили. Дальше убивайте Редрика, Редрика дальше убивайте. Метки на нем тоже нет. Без метки. ДКшника контролить. ДК, отойди от рейда, отгрип его и дай акулу, а я его там заберу. Получается, он тебя отгрип. Макс Морфа, ладно. Это нам сейчас крупно повезло, что с ним. Пробуй, сядь на косты, шаман. Спелла нет, нет, ладно. Играйте по ДКшу. Дерево филяете, убивайте фонтан. Ой, фонтан без этого. Шуман. Ну, у вас пока ничего важного не происходит. Бля, кстати, пацаны, никто не в курсе, когда они будут завозить реворк раз? Чё? Реворк раз, блядь, когда завозить будут? Никто не в курсе. Говорят, когда повзрослеешь. Да хуя говорят просто. Да я слышал, вчера говорили. Тип там. А, это все ты воняешь, ебаный рот. Вчера замутил, блядь. Господи, я думаю, что за нахуй. Давай, замуть. Чё, ДКшник у нас один и танк ролит на три тебя. Угу. Какая на ДК неплохая, типа. Хилы. Ну это, наверное, на шамана три, не да, хули пал, типа. Да мне похуй. Не, ну тебе нужна она? Не. Ну, шаману тогда даёшь шар. На ДЦ бы тоже зашла, если бы вам был ДЦ. Ну да, типа. Чё запускаете ДК САД в танке с этого? А, в танка спекается. Сэд, бля, странно. Ты такой холипал, блядь, и не забрал. Сейчас бы, блядь, размылся, мне кажется. Ты за босса на три. Что мне тут делать? Короче, смотри, ДК, берешь черную метку, куда вы вставите все? А, все правильно вставили. ДК, берешь черную метку, я беру белую метку, смотри, запоминаешь цель, белую валькирию, и ты весь бой, танчишь только ее. Черную ты с меня не трогаешь вообще. Белая, это которая слева, да? Да, белая слева. То есть я забираю черную, и ты забираешь белую, мы подводим их вот сюда, бьем. А, соответственно, товарищи РДДшники, когда я скажу, меняем цвет и начинаем бить другую, нужно будет сбить каст. Если мы поменяли цвет, перебежали на другую сторону. Но при этом цвет мы здесь не меняем, ждем каста. Если
если нам не нужно менять цвет, типа, остаемся просто здесь и дальше спокойно убьем. Мужчины полностью очень сложно. Только хилы здесь придется пахнуть, дети, пожалуйста. Они на нее и все. Че? Да я ДК говорил, метку так и не взял. А, уже брать? Черную метку, да, бери черную метку, бери, ты танчишь белую. А, взял, смотри. А, не, не взял. Сюда к нам подойди. Все, я иду с той стороны, а ты идешь со стороны рейда, и подводишь ее к рейду, и разворачиваешь спиной. ДК, сюда, сюда к нам подойди, вот мы возле белой стены. Сюда к нам будешь вести. А вот белая, это вот это, смотри, вот, ладно. Запомни цвет. Mm-hmm. Все, давайте, погнали, блядь. Белые взяли, сыграли по черным. Быстрее. Все белые взяли, сыграли по черным. Быстрее. Отлично, перебежали на ту сторону. У нас сокру, дай полипал. Сейчас валькирии тоже. Играем по черным теперь все. У меня нету этого раскола. Стоим, стоим, цвет не меняем, бьем черную так же. Никто туда не бежит, бьем здесь. Ну вот, что я и говорил. Шаман, вставай по кресту сейчас. Нету. Ну, сова, дай бы. Нет, за белое бежать или черным пройти? Да, вы стойте! Вставай. Идите сразу. Куда вы бегаете-то, блять, все? Встаньте вы нахуй сюда, блять. Эти черные. Черную все взяли. Все черную взяли, бегом. Значит, раура, так мы дали. Быстрее. Перебежали на ту сторону. Аккуратно, через сферы не бегите, только, пожалуйста, не лутайте лишний, он также встанет. Один кэм. Ну за хила вообще ноль по мне было. А сам не смог себя отхилить. Не за хил, там просто в тебя свет уебался шарик, и все с противоположного цвета. Бьем белую, все белую, бьем сейчас бегом. Отлично, остаемся здесь. Хил стан. Погоди, а шарик разведет и бьет? Он, давай. Молодец, бля, ретрик шарика. Добиваем. Полы больше не давай снять. Черный вообще не надо бить. Ух, бля. Еба. Погоди, сейчас зайду. Тебе нужен ДК такой или кому-то нужны, ребят, рольте? Да, пускай будет. У меня просто лучше, типа. У меня с это с поздним рядом. Это уже на успех получается роли, да? Не по мейну. А, по мейну, ну да. Но будмолу по мейну.
А кому ты отдал? Кому? Полипал? В смысле, а кто это? Это Ретрик же, нет? Ну ты Ретрику отдал. Ну, Ретрику я отдал. О, бля, это лезвие. Я, блядь, в глаза ебусь, походу. Да, разве шамана не щит носит там? Ману щит, да. Я не знаю, просто отдам ему, тут сами разбирается. А, не надо, у меня щит. Ладно. Я думал, блять, кольцо. Азма, дай, маг, да, следующий. 47, да, лоб получается. Запускайте уже блуду. Я пойду покурю, пока он там вдаляк и будет. Да, тоже перекурим. Так, здесь, ну я просто не знаю, думаю, два танка, блядь, идти или одного, нахуй. Как же быть, я... В одного. Да я тоже думаю в одного, а ну бы, типа, я могу и в дев-стойке отвезти потом, типа, на самом деле. Кого отвезти? А ну бы, потом, когда второй жук будет, я не думаю, что мы его успеем залить для заколки. Понимаешь? А так он, блядь, закопается и разовьет нам. Мы успеем жука убить, бизара не успеем. Тебе просто не хочу всех свечить в жука, понимаешь? Всех надо свечить в жука. Зачем? Ты шо, мы тебе свечили? Бля. Я походу, на подходящем моменте звук включил. Ты чё, звук включил? Молодец, давай, слушай. Ну так я сегодня в одно рыло жука убивал, блядь. Кто? Я сегодня своим паладином, блядь, в одно рыло жука бил, блядь. Это где, в десятке? Да. Ты, короче, предлагаешь, чтобы один ДД его бил, а остальные не били, да? Били босса. Нет, да, смотри, да. Как это делается, смотри, как это делается. То есть, ты начинаешь бить жука, один человек начинает ебашить жука, да? Мили их любой, блядь, это будет нахуй ретрик. Я на варе буду его просто кливать. Как только я посмотрю, что жука мы не успеваем, да, долить до выхода второго, соответственно, все свичиваются, блядь. Пока все да играют. Не все там, это в одного танка, да? Одного, блядь, соответственно, так же. Нет. Только чтобы ты понимал, мы били в два танка. Да, два танка. Ну, два танка это еще как-то, блядь. А в одного я хуй знает. В одного я всегда свищу, блядь. Блядь. Ну он стакает нахуй за лупу, ты что, не видел, блядь? А, ну да, внутри уже точно. Там, блядь, не, ну как бы нахуй. Там, блядь, господи, там даже танк на жука по факту не надо, блядь. Там ретрик любой может его просто удержать, нахуй. Ладно, давай, короче, попробуем. Смотри, ДК был здесь, знаешь, что делать? Давно. Сейчас его будет. Все. Тогда, значит, лог, блядь, поп поставил. СЛУ поставлю сейчас. Аня, короче, Аня. Аня же тебя зовут, да, помню? Отлично, я вспомнил. Смотри, ты тогда на сферках. На сферках. Ну, на этих, которые сверху летают. Вот, много их не разбивай, там что-то 5 разобьешь. И бегаем по ним, соответственно. Пока бегаем, убиваем таких маленьких, блядь, ебаных пауков. ДК. Выходит жук, я это все заноншил, соответственно. Жук еще не успел дойти, ты его уже грипаешь под босса на лужу.
Круг всегда должен стоять на луже, что большой, что маленький. Босс танчится вот здесь, в центре. Бля, я, кстати, про эту херню забыл. А чё ж ты, кстати, пидор-то жука не гриппал нахуй сегодня? А я чё-то аж еле не выжил. Ах ты, сука. Вот эту залупу видишь? Ты кому? До 9 раз стакается. Ну так и что, за 9 раз жук умирает, блядь? Вот это к тому, что если типа один танк, если на нем будет стакаться, то может хуёво быть. Да, господи, там типа, блядь, ДК, ты можешь даже не набирать агро там, блядь, вон, вар с этим, блядь, с рэпиком будут потихоньку его, блядь, на себя постоянно переагривать, блядь, из-за урона, блядь, и все. Он там не бьет нихуя от слова совсем. Аня, первую лужу под боссом, соответственно, пожалуйста. Ближе, как лужа упала, увидел лужу. ДК на лужу, босс, веди быстрее. Ладно, хули. На лужу, сзади лужу. Забираем сразу битву. А жук по итогу дошел. Все, Ретрик, чисто только ты бей, блядь, и все, жука. А, кстати, жук закопается, я рассказываю вам, блядь. На центр лужи его ледяной, жука маленького поставь. Куда ты водишь, нахуй? Да не вожу, повернулся просто. Все, уже поздно, пиздец. Но он тут 10 лет не был, ты ему не рассказал самое главное. На центр лужи, блядь, жука этого ебаного ставь. Сейчас он выкопается, надо будет его всем быстро зергануть, потому что второй сразу придет. Да, вот сейчас надо. Все, давайте, базарьте нахуй, не проебите. Зовем. Так, не гриппай, не надо. Пускай. Блядь, не... Все, чисто пал, бей, блядь. Уводи, Денис, блядь. Все, не трогай, босс. Когда бейте там? Ебать ты увел, блядь. Не успел, типа, увести, что заебал. Все, смотрим внимательно. Улипал, могу через боб сыграть. А что там шаман стоит на луже, лоблит? Все в другую сторону побежали уже. Теперь обратно стрим там, бьем трэш. Снимите жуков, блядь, хулипала, блядь. Алло. Беги, малышка, беги! Попу тебя. Бля, фрик, бля. Эти ВМ похулипал. Кто это? Хулипал, да? Ты чё, в кнопках запутался? Да, блядь, сальву дался, нахуй. Бывает. Так, а что ты делаешь? Да хуйня какой-то страдаю, сорян. Далеко отошел. Господи, блядь. Это нормально, что ты, блядь, первый драйв, блядь. Мы нормально, типа 20% все. Три закопки, все. Нет, нормально вы снесли. Ну, первый драйв, базара нету. Ребят, вставайте, пожалуйста, на лужу. Луж у вас, блядь, миллион, нахуй. Не надо там штукайте, блядь. От прокалывания вообще нереально убежать, правильно? А чё, вот это уводить его, это же в гере так делают, блядь. Да, в смысле, а какая разница? Тут в обычке эти сферы, их же дохуища. Ну, ищут. Бля, проще сразу научиться нормально отыгрывать, чем... Ну это чё? Да, конечно, но, блядь, да и ВК ещё дохуя времени. Да и там будет убивать его, блядь, две гильдии на сервере. Народ, а я могу вот этих сейчас жуков побить, осколки с них получать? Конечно. Побейте. Ладно, я помню, сейчас честно выкинусь, ну что? Отыгрываешь, похуй. Ну, по поводу тактики, конечно, этого лохня пиздец. А, ебать, да просто дохуя челиков находится. Кто-то... Всю жизнь, 10 лет, блядь, 15 лет играет, по одной тактике играет. Кто-то, блядь, играет по другой тактике. И просто в итоге оказывается, ну, разницы-то на самом деле большой нету. Убить и так можно. Не, ну это понятно, но это лишний гемор просто. Ну, я танчил вот эту залупу ИК, вот это, БДКшником, в одного. Типа, этих и червей, блядь, и всю эту хуйню. Из прожимок я отдал только панцирь, наверное, 3 раза на червях. У тебя хилы, значит, хорошие. Ну да, наверное.
Почему же реально не отводить, может, жука, блин, так успеем убить, нахуй, не успеем. Как бы просто, я почему сказал про не отводить, потому что ДПСик это как бы залупа, ну посчитай, 20% было, да, а он переводится на 30, 20 плюс 20 это 2 зарывания, блять, это что, 60% у него будет, что ли, когда будет третий раз зарываться? Да. Хуйня какая-то. Надо больше побольше убить. Надо будет СС дать и стамину бафнуть. Нет, ребят, смотрите, у вас с ДПС, во-первых, все нормально. Я объясню вам такую веселую фишку, как мы делали, когда он даже. Просто когда уводится босс, РДД провожает, бьют вот, босс. Да, типа по-любому, а милики бьют жука. Только милики бьют жука. Все остальные играют просто по боссу. А тут миликов тоже считают сколько? 3 штуки? Это пол ДПС рейда все-таки. Это что же прилично? Потери в боссе. Ну, тоже прилично, да. Ровно у тебя и, у тебя и урон по боссу хороший идет, у вас нормальный ДПС, блин. Короче, я убивал его двумя способами. Первый раз, когда 3 зарывания было, и там мы за 5 секунд до берсы его залили. И второй раз 2 зарывания, это мы Геру до 30% дали. И жука, который второй вылез, мы его свичились уже, когда босс на 30 перевелся. Вот. Тогда спокойно убивается. СС кому дать? Сове, наверное. Вопрос такой, когда он под землей, я умер от того, что далеко убежал? Ты должен встать на синюю лужу. Да, я понял. Он разбивается, эта лужа разбивается, и все, ты бежишь. А подожди, покажи, сколько упало хп у ДК танка хп. Меньше, чем у меня у Вара. Вара это под фул бафами. Так не, подожди, вообще, короче, есть такая фишка, здесь эта хуйня не шотает. Типа, танк, ДКшка, ты вообще можешь прожать кровь там, блядь, и просто простоять под этими шипами под захилом хулипала. Не, типа, ты шо? Ну, типа... Ну, не зыбку, если отдаст, то можно еще попробовать. Не надо стоять, ничего, забейте. Поехали, короче. Давайте на лужу просто. Да тут дохуя сферок реально, как бы. Просто единственное, если, допустим, в одно место они положатся, он сразу попробует. Это вообще миллион здесь. Давайте мне отострёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Всё, веди на лужу. Только жука, который сейчас вылезет, вот прям в центр вот этой ледяной лужи поставь, чтобы он не задохнулся. Угу. Жук вышел, забирай. Зачем ты его забрал? Бейте жука все. Все жука бейте, забудьте про нуму. Бей жука. Отцы все, разбежались. Маленький трэш убиваем. Шаман. Пики, убиваем, пожалуйста, трэш. Даем РДДшнику трогать. Беги, малышка, беги! Танк, ты стаки не ловишь. Танк! Окей. Один, сорян. Валяется. Остатки не ловить, как чтобы я знал на будущее? Не, наоборот, не ловить. Да как их не ловить? Ну, скоробеи бьют автоатакой, они на тебя стакают за лупу, почитай, что скажешь. Ну что, нормально вы в одного? В одно рыло, если бить, жука убивает. Все, вставай, ставь на лужу быстрее. На лужу, на ближайшую. Ох, маленьких закривали сразу же. Двадцать снесли, в принципе. Жука забирай, ага.
Ретрик, играй чисто через эту, через жука, да, с печёночкой, красиво. Ну, он спокойно, блядь, что убивает. В кару пойдет кто потом? Нет, я бы сходил. Уже закрыто. Повезло. Яночка, пацаны. Можно либо собрать, либо куда-то ворваться. Танком пойду, если кто-то хочет поэрелить. Не, можете еще побить пока босса. Все, уводи, Денис. Блять, мог дальше отбежать, господи. Ишь, морозит, черт. Да, добили, разбежались. И тут, кстати, у него бросание 6 минут, а, типа, неправильный таймер. Больше, 10, да, типа. Больше. Короче, на этой фазе я просто белую оковы раскидываю, правильно? Так там уже время сколько прошло. Положу, беги. Десятка, наверное, у него, блядь. Доберся 5.5 минут. Хочешь сказать раньше? Беги, малышка, беги! Нет, она позже будет. А, она позже, типа, здесь где-то секунд на 20, на 30. Беги, малышка, беги! Ну чё, давай, дубль 2. Пал, беги, беги. А любого нету. А бабл, какой бабл, он сейчас другого побежит, что делаешь? Нормально. Вон Боб, да, красавчик. Красиво, красиво. Ну, я, короче, понял. Я Боб, уже отдал уже КД, блядь. Ну так попробуй. Жуков убейте. Сама там звездопад там полностью. Это надо переводить, ребята, давайте нам пустим. Да, 20% в принципе успеем. А ты псина, чё с Андерли не стакаешь? Бля, лень, потому что. Бомжи дать? Не-не-не, это что, бомжи, это последний фаз. Вот в этого жука сейчас сильно, видите? Ты не переведите. Ну, у вас времени еще жопой жуй, нахуй. Прохильте, алло! Что Полипал, ты... почему ты со мной не бежишь? Все, забейте, типа, сова, резни меня. Сок дай. Сок дай, сова. Я думал, вы переводить хотите 3%, хуй знает, что вы, блядь. Надо было Геру давать на туре. Надо было бить. Да, господи, что было... если бы вас просто бил, перевели бы. Ну да, нахуя повел, хуй знает. Что хуйню делает? А, все, без паники. Нормально, чувак. 3 минуты убить. Он вылезет сразу, просто Геру нахуй погнали. Бафа, пожалуйста, твой. Мана, если ты здесь первый раз, а рейд нужно держать на 30%. Танка на фу всегда. Паладин там, если что, массаку можешь дать, типа, и это, чтобы нам поменьше похилить, потом в конце уже чилить. Ты Рагулику про яды сказал? Я Рога, яды, намажь на минус отхил. Не перемажь. Я пошла. Да-да-да. Жука просто заклеивай. Разбирай, просто пилить его нахуй, блять, просто. Бомжи? Тотем на натуре лизис поставьте.
Кап, поднимите. Декап, на фул держи. Никого не пробить, пожалуйста, у нас два человека падает. Да. Друлька, дай спокойствие, приподними немножко рейд, у вас еще до берсы минуту, вы успеваете спокойно, блядь. Да убили уже, успокойся. Ой, бля, я все ждал, пока ты обосрешься, блядь. 700 на 700 хп успел хилку кинуть. Я вообще пиздец. О. Роль 30. Блять. Пизду, Денис, пошел ты нахуй. В следующий раз собираем, блядь, с анролами рецов. Я заебался, блядь. Три рецепта сегодня проебали, блядь. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. Соревнования будут допущены. БДК с двумя одноручками вообще актуальная тема сейчас? Зовут поебаная. На грани будет нихуя. БДК, чуть надо на.